Всем доброго времени. Давайте посмотрим сейчас сплетни, слухи, да? Что говорят, кто что говорит. Посмотрим сплетни, слухи. Напоминаю, что расклад общий, поэтому за более личные консультации можете обращаться ко мне на WhatsApp. Сплетни, слухи, что о вас говорят. Давайте посмотрим сплетни, слухи. Сплетни, слухи. Ну, смотрите, тут говорят больше, что вы находитесь в мужских энергиях. Говорит первое, что я хочу сказать, бывшее. Тут я хочу сказать, что говорят. Во-первых, люди злятся. Во-первых, идет какая-то злоба на вас, что ли. Вы знаете, как ненависть, что ли. Желают зла вам, желают негатива, чуть ли желают не смерти. Карта негативная, очень много людей, которые на вас настроены решительно, да, желают вам смерти. Тут бывший говорит, мужчина говорит, плохо говорит, тяжело за вас говорит. Очень много рассказывает что-то. Вас, во-первых, видят сейчас в мужских энергиях, да? То есть в мужских энергиях вас видят, и вы находитесь в мужских энергиях. Возможно, такая сильная волевая дама, которая должна, ну, вот биться за себя, что вы сейчас раздраженная, что вы сейчас в накаленной обстановке. Или видят вас агрессивной, то есть лучше не подходить, видят вас агрессивной. Энергия холодная. Выпало у вас сейчас. Возможно, вы просто устали, вас все раздражает, но вы хотели бы поехать отдохнуть, да, вы хотели бы поехать на отдых. То есть тут говорят такая, в данное время боевая, изменилась и поменялась, такой раньше не было. Ну, вот так вот о вас говорят, вот так вот о вас рассказывают. Но тут мужская энергия, вы преобладаете более в мужской энергии. Сейчас, в данное время. Это неплохо. Может, даже у вас, возможно, много мужских гормонов. Кто-то говорит, да, красивая. Может, кто-то подозревать вас в магии. Может быть, вы смотрите расклады туда, сидите у меня. И просто, ну, кто-то знает, что вы смотрите расклады, да. Ну, вот вы так живете. Вы их смотрите, ну, может... гадаете на кого-то сами, допустим, идете, заказываете какие-то расклады или пробуете гадать сами. Меняетесь сильно, то есть из грубого человека в мягкого, то есть для семьи вы хорошая, то есть, возможно, да, видят, возможно, говорят еще то, что вы выглядите младше своих лет, могут это говорить, да, многие люди, и это, в принципе, нормально, вот, что молодо выглядите, но находитесь в мужских энергиях, вы вот так вот находитесь, мечом рубите, ну, может, вы гневаетесь сейчас, может, у вас какие-то конфликты, да, я хочу сказать, что тут не только говорят на вас и гадают, поэтому будьте бдительны, ставьте себе защиты. Тут кто-то гадает. Возможно, кто-то обращался к чернокнижнику для того, чтобы узнать, что у вас, как вы живете. Ну, это интересно. Вот. Такое есть. Говорят, что каждый день у вас чуть ли не веселье, да, что вы там отдыхаете, гуляете, где-то ходите, где-то бродите. Люди так за вас говорят, отдыхаете, да, вот, все хорошо у вас, все нипочем вам, вот так вы живете, то есть вот так вы отдыхаете, все у вас вот прекрасно, все у вас хорошо. Это одна группа людей может говорить.
говорят о встрече. Возможно, вас где-то видят или же увидели. Мы смотрим слухи, которые были вот недавно за вас. Может, вас где-то увидели, допустим, да, где-то вот вы прошлись, допустим, да, грубо говоря, вас увидели. Кто-то, может, хочет с вами встречи, он говорит об этой встрече. Это, скорее всего, те друзья, которые не видели вас, возможно. А может, и враги, да, бывают и враги своего рода. Вот, и говорят о вас, да, что мы хотели бы, вот, или же видели вас, допустим, где-то вдалеке, сдалека вас видели, вот. Или же говорят о вашей последней встрече. Вот, может, кто-то вас видел сдалека, да, вот еще раз говорю, кто-то видел вас сдалека, вот. Что вы какая-то задуманная, запутанная ситуация творится у вас в жизни, но что вы станете за свою семью горой, но могут узнавать за вашу семью. Еще раз говорю, ставьте защиты, могут делать крадники. Говорят, мы не знаем, эмоциональная она вот такая, не знаем, как к ней подойти. Может быть, вы, допустим, дева по знаку зодиака, можете быть рыба, может быть, водолей. Вот. Ну, обсуждают вас еще, знаете, как сидят где-то за столом, обсуждают вас. Кто-то может спорить за вас, да, вот просто спорить. Кто-то говорит о том, что вот она вот такая, может прогнать, допустим, если к ней сейчас подойти. Она изменилась, то есть она поменялась, она стала другой, она стала не такой, допустим, как была раньше. Мы ее не узнаем. Ну, кто-то и гневается на вас. Тут есть гнев, да, гнев есть. Вот. Говорят, что вы идете вперед, вы движетесь вперед, вы постоянно, то есть, где-то находитесь вне дома, да, что вы вне дома. Кто-то подглядывает за вами, за вашей работой, следят за вами с каких-то других аккаунтов. Я же говорю, будьте бдительны, будьте аккуратны, рассудительны, ставьте защиты. Кто-то наблюдает за вами, за вашей работой. Пристально идет наблюдение за вашей работой. Вот сколько я раз говорила. Нет, я не ругаюсь, а то сейчас опять подумаете. Просто я эмоционально говорю, что кто-то следит за вашей работой. Прям очень сильно следит, наблюдает за работой. Вот именно есть какая-то слежка. Может вас огнать, хотят с работы. Именно сидите и думайте о своей работе, ставьте защиту на свои работы. Здесь есть интерес, говорят о вашей работе, им интересно. И есть интерес к вашей работе. Вот я вижу, вы занятая, вы сидите, работаете, да? Неважно, где вы работаете, хоть в интернете. Суть в том, что идет слежка, и за вами наблюдают. С вами хотят встречи. Вот. Но кто-то может говорить о вашей доброте, помнить вашу доброту. Кто-то помнит вашу доброту, что вы где-то ему как-то помогли. Я бы не сказала, что прям, извините, да, какой-то пиздец. Нет, кто-то помнит вашу доброту. Вот все, я же говорю о доброте. Помощь в деньгах, доброта. То есть, что вы где-то помогали. Или же, может быть, кто-то хочет обратиться к вам за помощью, да. Ну, как бы это нормально. Кто-то хочет обратиться к вам за помощью, он говорит это, а кто-то просто помнит о вашей доброте. Да, вот у вас такая доброта. Говорят, что денег много, что хорошо живете, да, тут по деньгам проходятся. Вот бы мне так пожить, но могут делать какие-то крадники, колдовать, что-то делать, как-то пытаться забрать какую-то вашу монету. Вот. Но говорят, что пытаетесь, вот на вас смотрят, и они говорят, что пытаетесь держать гармонию в себе. Кто-то работает психологом онлайн, я вижу, да, может, психологические какие-то консультации вы ведете, да, вот, что иногда не понять. Ну, закрытая, да, закрытая, вас иногда не понять. Тут идет еще такая ситуация, что кто-то может просто видеть вас издалека. Часто где-то видеть издалека, а вы этого человека не замечаете. Что
вы получаете много денег за свою работу. Я же говорю, что людей интересует ваша работа. Будьте бдительны, будьте бдительны. Люди говорят, да, вот, что вы, возможно, причастны к какой-то магии, или же делаете на кого-то порчу, клеветают вас, поэтому закрываете им рот. Какая-то женщина злится на вас, пытается настроить других людей против вас. Говорят о любовных треугольниках почему-то, да, то, что, может быть, вы... Я, знаете, еще какую картину увидела? Я скажу, как будто приходит женщина, вот жена, да, это не вы, это другая, я о другой говорю. К своему мужу говорит, ты что, охерел? Вот, с этой шмалью типа связался, да, прошу прощения, но я говорю, я вижу то, что я вижу, да. Вот, вас могут, знаете, как... приравнивать к тем женщинам, которые разбивают семейные отношения. Да, вот лезет в семью, да, родственники за вас говорят, да, ищет всегда свое, выходит из ограничений, но свое найдет. Но тут карта такая еще смертоносная. Может, кто-то говорит, что она была очень много раз на грани там смерти, да, а кто-то вам эту смерть желает. Что вы иногда добрая, иногда гневная, да, вот. Я же говорю, говорят о работе, наблюдают за работой, говорят о работе, поэтому будьте бдительны и внимательны, и очень будьте внимательны. Кто-то хочет попросить у вас прощения, конечно, вестничек идет. Тут какая-то весточка вам будет. Люблю эту карту, давайте смотреть, что там за новость. Кто-то может о вас, допустим, сплетни, вести разносит, да, кто-то что-то говорит. Ну, такое же бывает, да, у нас в жизни. Давайте смотреть, кто... Ой, какую-то злостную вы не... такую... Кто ты такой, от врага, что ли? И нет, вы услышите какую-то новость, которая заставит вас волноваться о людях. Опять что-то может быть с вашей работой. Или же уход клиентов. Или же вас хотят, допустим, могут порчу на вашу работу делать. Даже те, которые... Я смотрю людей, кто-то может чистить, отливать воском. Какую-то нехорошую новость вы можете все-таки получить. Люди ждут, чтобы в вашей жизни было все плохо. Люди ждут, чтобы в вашей жизни был провал, развал. Да, чтобы у вас ничего не получалось. Переживают многие люди... Это близкие, скорее всего, что вы потеряли контакт с ними, да, или отношения с ними нормально из-за денег. Ну, я не знаю, тут кто-то говорит, что вы в тайных отношениях можете быть. Вот. И на вас гадают люди и делают, кому-то делают порчу на отношения, на личную жизнь. Что денег много говорят. Что кроме денег ничего не видите. Да, люди могут говорить такое. А кто-то, может, хочет посмотреть какие-то ваши документы или же нанять даже детектива. Сейчас посмотрю. А какие-то тайные документы у вас хотят получить. Будьте бдительны. А у кого-то тайный анализ, врачи найти не могут. Вы получите какой-то тайный анализ. Вот так вот. Ну, просили передать. Голова у многих людей болит за вашу работу, я же говорю. Кто-то может говорить, что вы профессионал своего дела. Врагам тяжело принимать, что вы профессионал своего дела, да. Все-таки кто-то хочет попросить у вас помощи, поэтому это вам решать. У вас еще, кстати, большие траты будут, да. А, все, я момент поняла. Кто-то говорит, что вы очень сильно тратитесь, да, что вы тратитесь для семьи, тратитесь для себя.
Вообще вот. И кто-то вас за это ненавидит, хочет вас просто проклянуть, уничтожить, убить, что вы так тратитесь, а для кого-то это вообще пиздец, прошу я прощения, да? Вот, что просто вообще, что вы так тратитесь, это настолько вот как она так тратится, допустим, вот. Что это? Кто-то ненавидит вас просто, да? Ну, для кого-то вы источник красоты, вдохновения, вот. Но, смотрите, болеете, кто-то забирает у вас красоту, черпает источник, будьте бдительны. Кто-то хочет вам отомстить. Давайте пизды первыми. Вот так вот. Ну и враги, конечно, за вас злятся. Все, всем желаю добра. За более личными консультациями для наказания своих врагов, вражин, обращайтесь ко мне лично. Всем добра.